Всем привет! Сейчас мы на стенде у компании «Медведь». Как раз вот спецакция по спеццене «Филейный нож». Расскажите, пожалуйста, какие, так сказать, достоинства этого ножа, и будем предлагать нашим подписчикам купить его на самых лучших условиях. Ну, один из самых таких главных аспектов, который будет важен для вас, это то, что клинок куплен из тигельного литого булата. Нож замечательно гнется и при этом имеет заточку на закал 63-64 единицы. И при этом сталь не хрупкая. Рукоять ножа выполнена у нас из древесины черного краба и мельхиора. Имеет такие вот инкрустированные мозаичные пины. И им покладывается, кстати говоря, очень идеально лежит в руке. Рукоять ножа запатентована, и ни у кого больше вот таких, в принципе, не может на нашем рынке наблюдать. Данная модель выпускается как в булатной стали, так и в стали Х12МФ. Но эта модель является более, так скажем, уже профессиональной, нежели обычные кухонные такие ножи. То есть, ну, в принципе, довольно часто пользуются ими также на кухне. Предполагаемая цена вот какая, чтобы... По ценнику булат будет стоить 11 тысяч, Х12МФ 7. Друзья, значит, вы всегда можете обратиться, контакты мы оставим, гаджет парк, кодовое слово, вам сделают еще скидку. Компания «Медведь», да? Да. Итак, эта модель как называется еще модель раз? Модель называется «Нож филейный». Филейный нож. Все, филейный нож, цена будет указана при размещении ролика. Всем пока.